Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Президент Казахстану Касым Жомарт Токаев публічно розкритикував Євразійський економічний союз з Росією та назвав проблемою її зближення з Білоруссю під час виступу на форумі в Москві. В присутності диктатора Володимира Путіна, російського, і білоруського Лукашенка, Токаев заявив про порушення принципів ЄС, прописаних у договорі, заявивши про численні факти взаємних бар'єрів і обмежень, які виникають. Також, за словами Токаєва, у межах Союзу існує союзна держава Росії та Білорусі, але також є і інший рівень інтеграції, представлений Казахстаном, Киргизстаном та Вірменією, реальність, з якою потрібно рахуватися і обговорити цю проблему. Після цих слів Путін нахилився до Лукашенка, який сидів поруч, щось йому сказав, останній посміхнувся, і потім вони потиснули один одному руки. Власне, Лукашенко вже вкотре прилетів до Путіна у Москву. Про те, що відбувається у Білорусі та довкола нього, поговоримо із Павлом Свердловим, головним редактором Єврорадіо. Він зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ. Пане Павле, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава. От це цікаво взагалі, те, що вже в інших країнах, які входять до ДКБ, назвемо так умовно цю спільноту країн, вже називають проблемою не лише Росію, але і фактично Білорусь. І вже на Лукашенка ось Токаєв отак от криво киває. Чому, на вашу думку, і що відбувається зараз от у цій спільноті країн? Ну, там вот этот спич Токаева, он был по-восточному деликатный, его можно воспринять и как критику, и в целом как комплимент тому, что между Белоруссией и Россией есть какой-то вот более серьезный уровень интеграции. Ну а по факту мы имеем действительно внутри одного экономического интеграционного образования ЕАЭС, так называемого, в который входит в том числе и Казахстан, наряду с Белоруссией и Россией, еще и политическое, политико-экономическое интеграционное образование, которое называется «Союзное государство Беларуси и России». Ну, естественно, это проблема, потому что одни правила действуют в ЕАЭС, при этом другие правила где-то более близкие, где-то более далекие от евразийской интеграции, да, они действуют в этом государстве Беларуси и России, которое до последнего времени вообще было таким фантомным проектом, да, рожденным еще фактически во времена Ельцина, потом Ельцин умер, ушел, и как бы это все не двигалось вообще десяток лет, да, может, и лет 15, да, и тут вот только в последнее время на фоне всех этих событий начались какие-то движения, подписания дорожных карт и все остальное. И вот такая фон, как бы такой двузначный, да, с одной стороны, как это так? Внутри одного интеграционного образования другое интеграционное образование. С другой стороны, на это можно посмотреть так. Вау, у вас еще же одно есть, и покруче. И там даже звучала такая фраза, типа, ну и ядерное оружие теперь у вас одно на двоих. Да? И я тоже видел, что многие увидели в этой фразе издевку. Да? Но, как вы верно заметили, Путин с Лукашенко приблизительно где-то на этих словах, значит, что-то там друг другу сказали и пожали друг другу руки. Ну вот, а сегодня Шойгу приехал в Минск на заседание министров обороны стран ДКБ. Это еще одно интеграционное образование, да, организация договора о коллективной безопасности. И вот есть информация, что какие-то документы по размещению нестратегического ядерного оружия вот сегодня были подписаны. То есть Россия и Беларусь продолжают играть в этот ядерный шантаж на фоне ожидания контрнаступления, да, на фоне того, что, значит, европейцы принимают решение о поставках оружия в Украину, американцы принимают решение по-прежнему. Да, вот они продолжают разыгрывать эту карту. А загалом, як ми можемо оцінити мету візиту Лукашенка до Москви цього разу? Ну от з'їздив він на цей саміт, на якому ще були інші лідери інших країн. Але ж перед тим, як він туди їздив, він якусь таку цікаву фразу виголосив. Те, що у них є якісь проблеми з Путіним, яких взагалі не має бути у їхніх відносинах. Така от сімейна, можна сказати, лексика.
Ну, Лукашенко в этот визит, вот во время этой публичной сессии, когда все главы государств ЕАЭС сидели на сцене и по очереди выходили к микрофону, он очень хвалил Путина. Он прямо вот растекался елеем, да, и Владимир Владимирович то, и Владимир Владимирович все, и вообще вся евразийская интеграция, оказывается, да, началась на кухне у Путина, когда Токаев сказал что-то, не Токаев, это был кто-то из россиян, Шохин, о Нурсултане Назарбаеве, о его роли в этом процессе, да, вот оказалось, что это все с кухни у Путина, значит, начиналось, ну, а теперь вот мы на сцене сидим. То есть такое чувство, что Лукашенко либо поехал, ну вот в открытую вот так вот, льстить, задабривать, да, то есть проблемы, они требуют какого-то эмоционального состояния Путина, да, для того, чтобы они решились, такого уже суперположительного, да, либо за кулисами еще до этих переговоров какие-то договоренности были достигнуты в качестве вот такой благодарности, да, Лукашенко заливал Путина всяческими разными комплиментами, да, то есть, ну, потому что мы видели вчера, да, в целом проблем особо нет. Но, как мы знаем, Лукашенко остался в Москве сегодня. Сегодня будут еще целый день какие-то переговоры вне вот уже этих протокольных мероприятий, связанных с ЕАЭС. Я думаю, что мы по сегодняшним заявлениям все-таки больше увидим, что вообще, да, по их лицам. Будут ли они сегодня так дружественно пожимать друг другу руки и улыбаться, да? Вот мне кажется, что сегодня день немножко важнее, чем тот, что был вчера. А от стосовно цього документу, який був підписаний стосовно розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі, ну ми ж пам'ятаємо, що ця історія, ну вона тягнеться доволі давно. І якби вони захотіли безпосередньо так щось розмістити чи почати якось діяти, ну це ж не дві країни з якимись колективними органами, міністрами, прем'єрами, які щось вирішують. Та взяли, вирішили і розмістили. Ось це розсусолювання, ось цей от, власне документ, який підписали. Що це таке? Чи це є, можливо, ну, знаєте, такою лякалкою після, наприклад, подій довкола Бєлгородщини? Да, вот мне кажется, просто стали уже забывать об этой истории с ядерным оружием, потому что она никак не двигается, и нужно было подкинуть немножечко пропагандистских дров в эту топку. У них, помните, там Путин говорил про 1 июля, мне кажется, да, про дату размещения, до 1 июля. Вот, ну, у них остался, получается, месяц с небольшим. Вот приехал Шойгу, вот они, значит, подписали договор. Таким образом, они демонстрируют, что процесс идет, что сейчас вот договор, дальше уже, собственно, наверное, должно произойти само размещение. Но я считаю, что ваша точка зрения, она вполне себе имеет право на жизнь. Ни с кем это не надо было согласовывать, никаких бюрократических процедур. В авторитарных вот этих режимах, в тоталитарных диктатурах не существует для таких решений, для таких процессов. И можно было привести ядерное оружие безо всяких подписаний, безо всяких договоров, безо всяких объявлений и так далее. Мы видим, что до сих пор, ну, во всяком случае, по данным разведок, которые следят за ситуацией, до сих пор этого не сделано. Вот. Ну и значит, история эта нужна для того, чтобы она продолжалась. Продолжалась как минимум до 1 июля. И я думаю, что эта дата тоже выбрана не случайно, потому что, собственно, контрнаступление, оно ожидалось, ну, вот весной, да, или летом, ну и вот до середины лета выбрали дату с ядерным оружием. А дальше, мне кажется, будет, ну, как вот в истории с Ходжой Насреддином, которая обещала осла научить разговаривать на фарси, да, или осел умрет за 20 лет, ну, или там до 1 июля, да, или
падишах, которому это обещалось, умрет, или сам Хаджа Насреддин умрет. И, собственно, никакие обещания не нужно будет выполнять. Если Украина начнет контрнаступление, оно будет успешным, тогда, наверное, история с ядерным оружием сама собой отойдет на второй план. Да, потому что, ну, не до него будет России однозначно, да. А если, например, Лукашенко или Путин с ними что-то случится, я думаю, что этот вопрос тоже, он же принят вот между ними двоими, да. Вот, если кто-то из них уходит в силу каких-то обстоятельств, то тоже как бы все, конец истории, да. Вот, а если бы, если шантаж сработает, и, ну, мы видим, что этого не происходит, да, если западные страны вот под влиянием этой новости о размещении ядерного оружия они прекращают поставки, да, это значит сработало. Тоже не надо уже ничего никуда вести, потому что, значит, вот ядерный шантаж, он бы изменил сам по себе ситуацию в, ну, в войне с Украиной, российской. Но он ничего не изменил, значит, карты продолжают разыгрываться. Да? Значит, эта партия до сих пор идет. Ну и вот Шойгу объявляет о том, что он, приедя в Минск, он, кстати, приехал уже тоже не специально, да, что-то подписать на протокольное мероприятие. Вот он, значит, что-то подписал. Вообще Шойгу там очень много интересного сказал. Я не знаю, следите вы за новостями или нет, но каждый раз, когда он говорит о том, что Беларусь и Россия увеличивают, да, значит, налаживают работу совместной группировки, оборонительной группировки, конечно, говорит Шойгу, да, значит, вот там проходит слаживание войск, вот там, значит, поставляются вооружения, Искандеры и С-400, да, и каждый раз, когда звучит вот это вот слово «совместный», «совместный», «Россия и Беларусь», «совместно», да, мне кажется, что это все откладывается в ушах тех же европейцев, тех же американцев, да, которые теперь склонны разделять Беларусь и Россию. Да, мы это видим, например, по санкциям. Намного больше санкций в отношении России принято, чем в отношении Беларуси. В отношении Беларуси спасибо, что хоть не отменяют санкции сейчас. Да? Ну вот когда приезжает Шойгу, и когда он говорит, что у России и Беларуси все совместное, ну мы же понимаем, что совместное оборонительное, значит, и совместное наступательное. А как по-другому? Армия, она не существует, например, только для обороны. Да? Ну, там есть вот два этих измерения. Вот это все, мне кажется, откладывается, накапливается, да, ну и я уже не знаю, когда же будет реакция от европейской бюрократии на все эти слова и события. Цікаво, що нещодавно сталися всі ці події у Білгороді, під Білгородом, на Білгородщині. А як, на вашу думку, можливо, ви бачите, в Білорусі на це реагують? Тому що, в принципі, це ознака того, що на місцях у Росії взагалі відбувається повний хаос. Вони не здатні взагалі ніяк прикрити свій кордон. Це теж є ознакою слабкості, насправді, центральної влади, слабкості Путіна. А Лукашенко як на це все дивиться? Він бачить, що король його голий, насправді? Ну, на фоні того, що відбувається в Білгороді, в Білорусі, всплеск пропаганди. Во-первых, ця пропаганда транслює, безусловно, російську версію того, що відбувається. А там мы помним этот бред про заманивание украинских диверсантов с целью там, их уничтожения и так далее и тому подобное. Да? И там фотошопленные, специально поставленные боевые машины, там побитые и вот это вот все. Да? Во-вторых, очень хорошо видно, как внутри Беларуси пропаганда пытается сделать вид, что нет, вот в России это все происходит, да, а Беларусь, она не такая, у нас все намного лучше. Мы вот, говорит председатель КГБ, и теракты предотвратили перед 9 мая. Да, мы вот и зубы дракона, министр обороны, да, вот отчитывается, там поставили и сам поставили. Да, то есть все демонстрируют готовность и то, что такого в Беларуси не произойдет и невозможно. Но при этом они все регулярно проговариваются в том плане, что они ждут и боятся, когда с территории Украины
кто-то может прийти, когда с территории Польши кто-то может прийти, да, ну и дальше следует вот это дежурное. Ну, если придут, то мы их всех уничтожим, да. Вот, верят ли люди? Конечно, тот ядерный лукашенковский электорат, он пытается закрывать глаза на то, что происходит в Белгородской области, да, он, ну, так вот это вот сетчатое зрение, да, которое пропускает внутрь мозга только то, что сообразуется, соответствует картине уже сложенной, да, тому, во что человек верит. Да, то, что он не верит, он и пропускает мимо ушей, мимо глаз, вот, объявляет сразу же фейками и так далее. Да. Но вот люди, которые не так уверены, да, люди, которые реально боятся за свою безопасность, люди, которые реально понимают, что они могут стать там где-то жертвами каких-то случайных событий, хотя такого еще не было, да, но власти же говорят о каком-то возможном вторжении, да, значит, если будут военные, там, если будут какие-то боевые действия, то понятно, что могут быть и жертвы, да. Мне кажется, они всю эту ситуацию переоценивают, примеряют на себя, и то, что происходит в Белгородской области, то, что там делают российские добровольцы, которые защищают Украину, им, конечно, производит на них большое впечатление. Цікаво, що колишній командувач сухопутних військ Польщі, генерал Вальдемар Шкшипчак, зробив таку заяву, яка доволі резонансна, на мій погляд. Він сказав, що в разі успіху контрнаступу України озброєні білоруси, які нині воюють на боці українських сил, можуть ініціювати повалення режиму Олександра Лукашенка. Чи дійсно може от так статися і от буде таке збройне повстання? Ну, это цель многих белорусов, которые воюют за Украину, насколько мне известно, да, и в целом они готовятся, конечно же, они рассматривают то, что они сейчас участвуют в войне, как подготовку к операции по освобождению Беларуси. Как это будет? Ну, сложно пока что сказать. И вот этот вот польский бывший замминистра обороны, он, мне кажется, говорил скорее даже не о белорусах, которые воюют в Украине, он говорил о вооруженном перевороте, да, и вооруженный переворот, он ведь может не только белорусами, которые воюют в Украине, быть организован в Беларуси, да, то есть, по его сведениям, там могут быть и другие силы, которые попытаются Лукашенко силовым способом сместить, и вот что он имел в виду, из-за чего тоже вся пропаганда взбесилась, это то, что Польша должна быть к этому готова, да, должна быть готова к такому развитию событий. Ну и он сказал, да, слово «поддержать». Вот. И как оно будет, непонятно, но я надеюсь, что Польша будет готова в случае чего адекватно реагировать. Потому что, конечно, в Польше сейчас трезво оценивают то, что такое режим Лукашенко. После задержания польских активистов, некоторые из которых до сих пор за решеткой, да, некоторые там под домашним арестом, это все им стало ясно. Да, уничтожаются, переписывается история взаимоотношений с Польшей, уничтожаются захоронения времен Второй мировой войны польские на белорусской территории. Да, и поляки, естественно, глядя на это все, к чему же им еще быть готовыми, да? Вот они и готовятся к тому, что как-то надо будет помогать тем или иным силам. Может быть, это будут белорусские добровольцы из Украины, может быть, какие-то другие добровольцы из какой-нибудь другой страны, а может быть, изнутри Беларуси. Но надо бы им как-то посильно помочь будет в деле, которое они задумали. Слухайте, а стосовно репресій проти активістів, от нещодавно Лукашенко помилував одного з засновників телеграм-каналу «Нєхта» Романа Протасевича. Пам'ятаємо, що літак із ним свого часу Лукашенко посадив незаконно в Мінську. Тут питання, яка ціна цього помилування була?
Вы имеете в виду, как Роман Протасевич добился того, что его помиловали, да? Ну, он 2 года, вот, почти день в день, получается, да, 23 мая 2021, насколько я помню, посадили этот самолет, да, сегодня 25 мая 2023. Ну, он, конечно, дал какие-то показания. Пропаганда, конечно же, использовала его по полной, и видно, что человек сломан об колено, да, несмотря на то, что, ну, он, конечно, говорит, вот, хорошая новость, помиловали меня там, и все такое. Тут скорее вопрос в том, сколько режим заплатил за то, чтобы иметь вот такого вот Романа Протасевича у себя, значит, в раскладе и использовать его, да, а это авиасообщение с странами Европы и другие санкции, связанные с посадкой того самолета, да, а зачем, как теперь вот это помилование играет, может быть, вы слышали, а может быть и нет, но и Лукашенко, и белорусская генпрокуратура, они уговаривают уехавших активистов вернуться в Беларусь, да, и чтобы это сделать, создана такая так называемая комиссия по возвращению, и туда можно написать, ну как написать, нужно признаться, в чем ты можешь быть виноват, значит, комиссия проверит, если действительно виноват, тебе напишут, ну, приезжай, отсидишь где-то столько-то, да, вот, и дальше с чистой совестью выйдешь на свободу. Естественно, ну, там за несколько месяцев, с февраля идет эта кампания, там 70 человек написали, в принципе, в эту комиссию, и большая часть из них просто написала что-то типа, а если я вернусь там, или а я вообще виноват, там, я подозреваюсь в чем-то и так далее, да, то есть особо никто сознаваться не стал, да, чтобы вернуться и отсидеть. Дураков нет на таких условиях возвращаться в Беларусь. Но это же вот в этих в головах чиновников сидит то, что уехавшие в Польшу, в Литву и в другие страны живут очень плохо, доедают без соли всякие разные, значит, предметы и только и мечтают, чтобы в Беларусь вернуться. Да, на самом деле все это не так. Ну и вот Романа Протасевича помиловали, да, то есть его сначала осудили на 8 лет, а теперь помиловали. То есть это такой пример, что может быть немножечко по-другому. Да? Вот ты пройдешь через этот фарс суда, ты услышишь эти годы приговора в свой адрес, но потом добрый Лукашенко, это он у нас, это тоже решение, которое он принимает единолично, да? Он подпишет документы, если ты правильно покаешься, да? Так старательно и убедительно, да? И ты все-таки выйдешь на свободу. То есть от власти еще один, как бы сделали еще один шаг, еще одно движение к тому, что белорусы, чтобы белорусы, которые уехали, поверили, что, ну, возвращайтесь, все нормально, как-нибудь, да, как-нибудь это все разрулится. Но при этом задержания, аресты продолжаются и задерживают в том числе людей, которые наивно думают, что проведя 2 года в Польше, там, например, они вернутся, а их там, о том, что они выходили на протесты, что они попали там на какие-то съемки милицейские тех времен, об этом уже забыли, да, нет, по принципу никто не забыт, ничто не забыто, действует эта власть, и их всех ловят, сажают, и шутка у нас такая, что если ты вот думаешь о том, поехать сейчас в Беларусь или года через 3, да, вот поехать домой, то дома ты все равно окажешься года через 3, как бы, что бы ты ни решил. Вот, вот Роман Протасевич, он в этой игре, да, и мы на самом деле не совсем понимаем, как к нему относиться, да, то есть с одной стороны человек был в плену и сделал все, чтобы ну, как-то сохраниться, выжить, да, и израильским военным, например, напрямую говорят, что если не в плену, они могут говорить все, что угодно. Главное — это сохранить свою жизнь и, по возможности, здоровье. С другой стороны, много, конечно, неприятных вещей он сказал и, возможно, дал на кого-то показания. Это тяжелая цена за помилование. Пане Павле, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Живе Білорусь. Пане Павле, Павло Свердлов, головний редактор Єврорадіо, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.